Друзья, зима никак нас не отпускает, хотя, казалось бы, уже пора, но все в Москве чего-то, я не знаю, как в Петербурге. Холодно тоже, да? А все почему? Тяпка. Потому что необходимо как-то зазвать теплое время вот года. Вот сейчас в эфире телерадиоканала «Страна FM», конечно же, с помощью группы Magic Cool, нашего чудесного гостя сегодняшнего дня, мы что, будем весну зазывать? Олег очень солнечный человек, мне кажется, он подходит лучше всех на роль. Месяца апреля. Надо сказать, что да. Все творчество Олега группы Magic Cool, оно, правда, оно очень светлое. Очень солнечное. Да, это да. Нас сейчас слушает природа. Спасибо. Олег, и хотелось бы, чтобы несколько вот стихотворных строчек здесь, в эфире телерадиоканала «Страна FM», может быть, вместе вы прочитаете, или ты один, да. Сейчас озвучим, как пришел апрель под супер хип-хоповый бит. Давайте. Отлично. В стиле ретро R&B зачитаем. Давайте. Старой школы хип-хопа. Йоу. Чек. Чек-чек. One, two. Уж тает снег, бегут ручьи в окно, повеяло весною. Засвищет скоро соловей, лес оденется листвою. И день длиннее весенних ночек, и теплый ветерок на улице подул. Включи страну FM, дружочек. И наслаждайся группой Magic Cool. Йоу! Ребята, ну все. Часто знаю, завтра будет плюс 20, не меньше.